Новый автобус, чистый салон и автоинформатор – это, конечно же, хорошо, но когда еще и кондуктор вежливый – это вдвойне приятно. Сегодня администрация совместно с Союзом пассажирских перевозок Хабаровска разрабатывает новые стандарты, которые повысят качество предоставляемых услуг. Чтобы договориться, какие пункты включить в нормативный документ, в городской думе провели круглый стол с участием общественности. Город у нас по площади все-таки не такой большой и не рассчитан на такое большое количество транспорта, скопления, которое сейчас есть. Поэтому определенные перекрестки оживленные, они требуют внесения изменений в организацию. Вот это тот самый пример. Мы находимся на остановке Дворец профсоюзов. Здесь всегда много машин и автобусов бывает, прибывает одновременно сразу несколько. По новому стандарту будет положено останавливаться у бордюра на расстоянии не далее 35 сантиметров. Но, как видите, в данных условиях это неосуществимо. Для эффективной борьбы с нарушителями правил парковки на круглом столе был предложен вариант внедрения на территории города метода блокировки одного из колес, по примеру, зарубежных стран. В отличие от эвакуации автомобиля, это быстрый и менее затратный способ проучить нарушителя. А также на совещании обсуждались и другие вопросы. Это наличие на остановках электронных табло с точными данными прибытия автобуса, разработка мобильного приложения с онлайн-наблюдением за общественным транспортом и электронная система платежа. Большое внимание было уделено этике обслуживания пассажиров. В случае наступления остановкового случая ему куда нужно позвонить. Если он хочет выразить недовольство работой транспорта, может сказать спасибо. Есть телефон перевозчик. Новые стандарты предусматривают, что в салоне обязательно должна быть информация о водителе и кондукторе, предпринимателе, оказывающем услуги, а также номера телефонов контролирующих органов. Кроме того, автоинформатор должен не только объявлять остановки, но и рассказывать о нормах этики и морали. Например, о том, что нужно уступать места женщинам и пожилым людям. На разработку нормативного документа о пассажирских перевозках планируется около 3 месяцев. Ну а пока этого нет, я, с вашего позволения, поделюсь своим опытом. Сегодня с утра, как и у многих, у меня не завелась машина, и до работы мне пришлось добираться на 2 автобусах. Из-за наледи на окнах ничего не было видно, я попросила кондуктора сообщить мне об остановке, и она любезно согласилась и выполнила свое обещание. Мне в этот момент захотелось позвонить и сказать большое спасибо, но я сделала это лично, и сейчас, пользуясь случаем, я еще раз говорю большое спасибо 85-й и 40-й, что так приятно довезли меня. Марианна Гейт, Андрей Третьяков, Хабаровск, события.